Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс Фреш и Механик. Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в The Crew 2, и у нас сегодня будут очередные прятки, в этот раз будут они в аэропорту. Аэропорт Лас-Вегаса, если быть точным. Да. Вот такая вот у нас карта, здесь у нас будет взлетка вся, и вот эти вот терминалы. Но вот эта территория там, где вот нету этого бетона непонятного, там мы не будем прятаться. Как-то так. Да? Да, короче, конечно. Кто первый? Ты первый. Да без разницы, хочешь я. Ну давай. А перед началом ролика рекомендую посетить мой магазин игр Alex Store. В ассортименте найдется большой выбор игровых ключей и аккаунтов, постоянные акции, подарки и раздачи. Все это и многое другое в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Тогда так, уезжай. Я поехал. Все, я уехал. Ехал, да? Красавчик. Почти. Я начинаю прятаться, и как спрячусь, сразу тебе скажу. Нифига себе. Вот это я езжу. Ну что, спрятался? Нет еще. Дай чуть больше времени. Что это такое? Рекламка. Так, я себе пока что тачку выберу. А что, ты без тачки был? Да. Народ, кстати, обнова скоро выйдет на днях. Нереально крутая. Нам дали ключики, когда там? Еще, наверное, недели две назад или неделю назад, да? Ключики-то, да. Так, на чем я поеду? На катере. О, можно же тебе искать на воздушной подушке. Не надо, дядь. Читерство, да? Конечно. Так, ну я, в принципе, спрятался. Ты спрятался? Стоп, меня резнуло. Эй, чё за фигня? Чё за фигня, Коля? Так нечестно. Верните меня взад. Пожалуйста. Я, главное, просто стоял на месте, и меня это, ну, ты понял. Назад. А ты ровно стоял или как-то не очень? Ну, как сказать? Не по правилам. Не совсем ровно. Ну как не по правилам? Все с тобой ясно. Все со мной ясно? Да нет, на самом деле я нормально стоял, просто так получилось. Я тогда могу ехать? Нет, рано. Народ, кстати, в новой обнове, что там у нас будет? Дым даже цветной будет, да, по-моему? Да, есть вариации, так сказать, тюнинга дыма. Цветной дым, разная резина. Тюнинг нереальный на тачках, там Эвик 10, если вы увидите, вы охренеете просто. О, да, вот Эвик вообще очень красивый, реально. Есть? Реальный. Есть еще эта уебищная ламба одна, страшная. Ну, ламба на любителя, реально. На редкого любителя. Так. Мне кажется, таких любителей не найдется. Ну, че там? Ну, меня опять возвращают. Да что ж такое-то? Я слишком хорошее место нашел. Капец. Я уже весь скайлик разбил. Буквально еще несколько минут, и я думаю, что это получится. Я просто хочу, чтобы спрятаться действительно интересно, чтобы тебе было меня сложно найти, а может быть даже и вообще невозможно. Или вообще не найти. Капец, почему так много красных тачек? Ты на красной тачке? Нет. Просто в игре почему-то ездит много красных тачек. О чем это говорит-то? Не знаю. Так, ладно, я вот так тогда спрячусь. Все? Да, я все. Так, я еду. А куда ехать? Надеюсь, что... Дерево. Надеюсь, что дерево мне поможет. Ты в дереве? Так, аэропорт, я залетаю. А где въезд? Залетаю вот он. На что? Так, ну, для начала. Да. Я думаю, что мы исследуем взлетку. Да, правильное решение. По прямой. Конечно. Чё, конечно, ты говоришь, будто ты не на взлетке. Чему? Ты же видел там на крыльях и под крыльями какие шикарные места есть? Под крыльями? Это из-под которого ты меня выталкивал? А? По-моему, идеальные места для пряток. Блин, а здесь-то взлетка двухполосная такая.
Так там еще есть взлетка тоже двухполосная. Смотри, пожарка какая-то или что это такое? А тут типа пожарная станция, я так понимаю. Ух, ух, пошел как, ух, красиво. А ты видишь, что ли, да? Ну да. Ух, пушечка, да? Вообще идет люто, бодро. Так, подожди, а вот здесь слева можно или нет? Не-не-не, слева уже нельзя. О, пошел, пошел, вот это дуга! Ну! Я же могу. Могешь. Так, стоп. Вот здесь, по-моему, надо чекнуть. Можете, могете. Вот тут какие-то мусорные баки. Мне кажется, что здесь... Мусорские баки. Мусорские баки? Мусорские баки, ну. Я так и сказал, да? А, не знаю. Ты вроде мусорные сказал. Уай-уай, пошел, пошел, пошел. Едем дальше. Это а у тебя она для дрифта или что? Я не знаю, походу да. Красивая падла. Я ж надеюсь, ты на машине? О боже. Нет. Смотри, ты видишь эту тачку? Она утоплена просто по самой двери. Какая именно? Вверх вылезла. Ну там бусик стоял. У меня все стояло, у меня все стояло. Так, что у нас дальше идет? Полицейская парковка. Он с Краун Виктория. А что, реально? Стоит, смотри, твоя Краун Виктория стоит, видишь? Реально. Полис интеркоптер. RI-05J7. Квадрокоптер. А ты уже говорил пацанам, что ты за тачку взял? Ты описал в этом? Ребят, не знаю. Ребята. Зайдите в сообщество Алекс Фреша, посмотрите, чекните, что за бричку он себе там купил. Вы просто охренеете. Это вообще ненормально, незаконно и нечестно. Я когда увидел, у меня аж, Набрякло. Набрякло все. Так, подожди, здесь тебя нет. А наверх сюда залететь можно или нет? Ой, это я не знаю, это на самолете, наверное, надо. Может здесь... не сомневаюсь. Так, но здесь пока что нифига нет. Окей. Пойду обыщу вон те ангары прямо. Потому что там куча тачек стоит, я как всегда, наверное, на парковке где-то стал. Блин, реально куча тачек. Это что за реклама? Вышел из карты, вышел. Ого. Из карты. Извиняюсь. Вышел из карты. Вышел из карты? Ну, чтобы ты меня увидел, если что. Я здесь все развалил. Ой-ой-ой, тут гонка, походу, какая-то. Гомка. Это гомка? Так, стоп, а там стена. Самолетная. Это там самолетная стена, гомка. Туда не надо. Сейчас на самолет тебя и высадят, депортируют тупо. Так, надо ехать обратно. Давай. Попробуй. Вот здесь еще нужно чекнуть. Ой. Ребят, делайте ваше голосование в комментариях. Давайте, кто кого пишите, найдет. Кто кого и когда и во сколько и сколько раз найдет. Ни хрена тут место еще. Кстати, Ребзя, не забывайте ставить 5 лукасов, если вы хотите увидеть новую серию пряток в The Crew. Капец тут место. Да тут нельзя уже, дядь. Это запретная зона. А, тут нельзя? Да, налево уезжай. Я забыл тебе сказать. Я просто карту-то не видел уже, но... Выключал, как говорится, пока ты был в зоне доступа. Оу! Направо тоже уже, ну, почти. Ну, а здесь, типа, серый асфальт вот этот, да? Да, вот все, вот нельзя, вот все. Граница. Разбил, сутулая ты такая. Джамп! Вася, делай джамп! Теперь тихо, я не застрял? Лола, или Форест. Чуть не застрял. Я бы не смог тебя вытолкать, ты уж извини. Так, короче, начинаем. Положение. Вот отсюда, с этого мусорного пристанища. Аккуратней. Дядя, аккуратней. Тут какие-то краны стоят. Это все можно разнести? Нет? Не-не-не-не-не, тут жестко все. Ты проверял, да, уже? Ну, конечно. Неоднократно. Так. Черт его знает, где тебя искать. Давай, я еще все не просмотрел, но, блин. Найди меня, если сможешь, как в кино. Ну, я так понял, что на взлетках ты меня не нашел, правильно? А ты там был, что ли? Я этого не говорил.
Подожди, ты сказал, на взлетках я тебя не нашел, но в то же время ты в другом месте заходил в карту. Это как понять? Понимай, как хочешь. Я это тут обман. Не при делах. Синий кругом туман обман. Это обман. Синий туман. Похож на обман. О, нифига, смотри, а прикинь, в этих же ящиках, походу, можно встать как-то. Ну, мне кажется, в них они не сквозные. Залететь. Мне кажется, в них невозможно залететь. Типа они не сквозные, да? Ну, они, может, и сквозные, но они просто маленькие, мне кажется, нет? Для тачки. Ну, по идее, влезло бы. Ну, это очень постараться надо на моей любимой Альфа Ромео, как бы, ну. А ты как-то на Альфе, что ли? Ну, не знаю. Не могу точно сказать. Ох, как навернул пятак. Ты ищи меня, пятаки он наворачивает. Потом будешь пятаки наворачивать, ты меня найди сначала. Так, а вот здесь можно прямо? Конечно. Нет. Конечно, нет. Ну вот прям ты по краешку едешь, по границе, так сказать. Вот налево уже нельзя. А тут все еще можно, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. О боже, ты видел фару этой тачки? Нет. Они у меня как глаза с ресничками. Я тебе отвечаю. С красивыми? Конечно, как у коровы. Как у тебя. Так, ну что? Стоп! Получится у тебя или нет? Я еще не чекнул. Каву? Крышу не чекнул. Давай, чекай крышу. Подожди, а вон там, а там, по-моему, не было. Я что-то забыл крышу чекнуть. Ядрить тебя налево. Выходи, может, я тебя нашел. Подсказку какую-нибудь? Ты на крыше. На какой? Так, ну не на это явно. Где я? На крыше. Где? На крыше. Да на какой? На какой, дядь? Оу! Не долетел, срань. Перевернулся красиво, если честно. Мне понравилось. Я прям слышу, как ты урчишь своим мотором вот этим 25-м РБ. А, нет, тут там 26-й РБ. Это же ГТР, да? Значит, где-то рядом. ГТР, 26-я рыба, я бы даже сказал. Так. Да чтоб тебя! Капец, это нереально просто туда запрыгнуть. Шипанулся красиво, нормально. Сейчас не долечу. Наконец-то. Ну, блин, что, а по идее же можно было с трамплина вот туда еще залететь. Наверное. Будь осторожен с этим желанием. Ну чё, братишки, как вы думаете, напишите в комментах, получится у него что-нибудь или нет. Вообще, смогёт он или не смогёт. Так тебя тупо нигде нет. Подожди, я сейчас туда попробую залететь, только... Залетаю на район. Я не знаю, с этого или... Блин, походу надо с другого пробовать. Сейчас, народ, может... попробуем. Блин, я даже не знаю, получится у тебя или нет, типа, ну... Да найду я тебя. Я, можно сказать, на видном месте, ну так тебе, микроподсказочка. Оу! Нет, там нету ничего. Я мог вообще туда встать, где бы ты меня никогда не нашел. Так, подожди, а я вот здесь чекал или нет? Где? А-а-а! Че, ты запалил меня? На контейнерах стоишь. А смотри, какое местечко тут есть. Смотри. Охренеть. Оп. А я и не знаю. Нету. А я когда тут прыгал, разворачивался, я даже на крыше стоял, смотрел сюда, этих контейнеров с крыши не видно было. Ты видишь меня сейчас? Сейчас, ну жопа еле-еле торчит. А ты провалился, да? Да, тут можно провалиться. Вот просто я проваливался сначала так, а она восстанавливала меня. Вот сейчас получилось провалиться. Но ее восстановят, скорее всего. Жесть. Восстанавливай давай. Чё-то теперь и не хочет. Так, в принципе, прячься, я уехал. Куда ты уехал? Ну как? Вниз туда, в яму в то. Да. Так, мне нужна, наверное, карта, чтобы понять, куда прятаться. Конечно. Офигеть, я просто все объехал. Подожди, а ты там не смотришь на меня? Нет. Стал возле аэропорта.
и адресую. Так, а что если... О, шикардос. Так, подождите. Мне нужна тачка другая. Мне нужна тачка. А ты не на тачке раз был? На тачке? А какая тебе нужна? Ух. Чтобы звучало как борло. Понял. Ох, сейчас я спрячусь. Стоп, я заблудился уже. А, есть. Оу! Что это было? Звучит как горло. Это охренеть. Я так пытался спрятаться жестко. Молодец. Мне не хватило скоростей, чтобы спрятаться. А, ну, в смысле. Скорость мне не нужна для того, чтобы спрятаться. Могу свободно взять, заехать. Угу. Я понял тебя. А, я слетел, да чтоб тебя. Зараза. Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Так. О, а если так? Стоп, а как Можно сюда? и так. А как мне это сделать? Я тут случайно доехал до тех мест, где мы с тобой на пирамидах прятались. А это и недалеко, оказывается. Мне надо тебя найти очень быстро. Капец, я ударился. Ладно, хрен с ним. Мне мама звонила, поэтому найти тебя надо очень быстро. Пацаны, ваши лайки помогут мне найти Алекс Фреша. Ты никогда Очень. меня не найдешь. Хочешь, чтобы моя мама расстроилась? Нет. Только маме не рассказывай, что ты меня не нашел. Что? Что? Тихо. Где? О. Ну что там? В принципе. Легенда 37, спасибо. Заезжаю. Да. Я спрятался. Я уже на аэропортера. Я даже могу пока что этот перевюху сделать. Да не надо. Так, сначала мы должны объехать Красиво. всю периметру, чтобы осмотреть. Я тебе скажу так, фары меня не спалят. Серьезно? Yes. Значит, ты где-то уткнулся мордой куда-то в дырочку в какое-то, в углубление, так скажем. Как ты любишь. Как вы это любите? Так. Это вот центральное здание аэропорта, правильно? Да. Тут ватрушка бегает, вот это летает, вертушка вернее. Ватрушка. Ты давно Так. кушал ватрушки? Очень давно, кстати. Ты любишь ватрушки? Я бы скушал ватрушечку такую О, вкусную. все правильно сделал. Я люблю покушать. Ватрушки. Не ватрушки, вообще просто люблю покушать. Это нормальное дело. Как говорится, ставь лайк, если любишь кушать. О, поддерживаю. Я лайкну тебе это Так. видео тогда. Ну чё, ты будешь меня искать или нет? Я ищу, я уже проехал тут. Так. Вот это здание вот этого международного паритета. Да. Здесь я проехал. Вот в этой никак нельзя спрятаться. Я просто думаю, раз ты сказал, что фары тебя не спалят, значит ты в какой-то, ну, дырке, образно говоря, в очке в каком-то сидишь. Вот. Дырок здесь, ну, так скажем, не прям уж много. Ой, блин, я газовать случайно начал. Ничего страшного, я все равно без звука играю, я не услышал, как ты газуешь где-то вдали.
Где ты есть? А, вот он ты. Так. Вот это терминаторы. Блин, меня эта карта когда-то достанет уже. Как ты сказал, блять? Не знаю. Нельзя ругаться матом. YouTube это, ну, так, забанит. Там уже граница. А, да? Да, нельзя. Увидел Краун Викторию, просто решил посмотреть, не твоя ли. Так. Терминаторы, вот эти надо еще проехать мне, посмотреть. Блин. Слушай, ну вроде как остается, получается, вот эти здания, так. Вот какие? Эти еще здания. Ну вот здания остаются, то есть я открытую местность проехал, большой вот этот елдак я тоже проехал. Соответственно, остались вот эти здания, где они там в центре находятся. Где? Здесь уже нельзя, судя по цвету асфальта. Ну, да. Так. А вот сюда тоже нельзя. Ага, окей. Окей. Сюда. Так, тогда нужно запрыгнуть куда-то, посмотреть, попробовать сверху. Ух, встал как. Ух, как встал. Зачем оно тебе надо, запрыгивать куда-то? Ты точно без звука играешь? Так. Ну, в смысле, чтобы сверху посмотреть? Без звука играешь, чтобы сверху посмотреть? Нет, без звука... Ну, типа, я тебя никогда не слышу. Ты вот это всегда там меня выслушиваешь, как Джеймс Бондер. Я тебя так не могу. Человека не задавил. О. Я даже не знаю. Так. Ну-ка, смотрим. Осматриваю свои, так скажем, владения. Стоп. Стоять. Что это было сейчас? Че? Та камера, как всегда, улетела через полкарты. Так, так. А можно перепрятаться? Зачем? Просто так. Нет. Ты на этой штуке, что ли, на кругу стоишь? Там же где? Нет, вроде нет. Так, на эту я залетел. Надо на вторую круглую залететь, правильно? А, нифига себе ты. Ого. Куда ты залетел? Смотрю контейнеры. Контейнеры с другой стороны. Здесь их нету. Вот здесь, кстати, крыша хорошая. Тут тоже можно спрятаться на ней. На какой? Вот на этой? На серой? Не, вот на которой ты был, на круглой. А, ну да. Неплохая такая. Так. Чекаем контейнера. Ну, в той дырке, в которой я был, тебя нет, однозначно. Есть у меня одна идейка, где ты можешь быть. Сейчас вот я еще на круглую на эту прыгну. Ёшкин матрёшкин. Давай, прыгай. Блин, у меня вся карта просто в моих следах. На неё смотреть нереально. Фильтры. Можно убрать следы, например? Нифига, мои следы, моя печать. То есть ты хочешь на вот эту круглую запрыгнуть? Ну, я не знаю, получится, нет? Вот на этот, на полукруглый, на очке вот это. Нитро. Нет. Не залетел? Не, не залетаю туда. Тогда сейчас еще вот на эту, на кругленькую попробую спекнуться чуть-чуть. Значит, если получится. Ух ты, блин. Блин, ну, по-моему, тебя там не было. Не могу точно сказать. Ну, вот я точно так же тебя чекал на этой крыше, что я такой раз прыгнул, типа, и что увидел, то увидел. Так, я что-то немного подзаблудился. Карту можно чекнуть? Подзаблудился? Нет. Жадина. Карту нельзя чекать. Нельзя. Блин. А ты на машине, да? Естественно. Так, естественно. Ну-ка. Где еще трамплинеры есть? То есть куда можно еще запрыгнуть? Трамплинеров только два. Четыре. Ой. Два-четыре. Сейчас буду прыгать немного и смотреть в воздухе, где ты. Да. Не думаю, что это хорошая идея. Почему? Чтоб случайно не нашел меня. Подожди, а вот я там был, нет? Вот трамплин вот сюда идет. По-моему, я здесь не был. А как туда долететь-то вообще нереально.
Короче, вот крыша серая. Угу. Не знаю. Может, тачка слишком медленная? Может, и тачка медленная. На чем ты ездишь? Что это такое? На ТВРе. А. Ну, что-то должно быть побыстрее, мне кажется. Думаешь, не заедет ТВР? Мне кажется, он достаточно быстрый. Я просто постоянно теряю, где эти трамплинеры находятся. Ну, оно издалека просто непонятно, оно смывается как-то тут. Бенч! Так, ну-ка. Ядрить, колотить, куда ты залетел? Давайте посмотрим. Ну, здесь... Блин, вот мне кажется, что за этой штукой есть какая-то граница, но туда, не знаю, вообще реально долететь, нет? Хрен его знает. Вот типа оно просто ограниченное такое, ну, типа местечко. Вот там дальше вроде тоже крыши есть. Вот отсюда я, не знаю, я могу заклинуть. Надежда меня там или нет? Ну, я тоже не знаю, но надо попробовать. Потому что я здесь-то уже все исследовал, но остается вот на эту крышу я не могу запрыгнуть, а это такая соблазнительная, так скажем. То есть она тебе больше понравилась? Она просто единственная в доступе здесь. То есть, если ты на крыше, то, скорее всего, ты где-то, возможно, там даже. Да, что-то ТВР медленный у меня. Бенч! Точно так же. Точно так же. Блин, ну ладно, я сейчас меню тачку. Так, ну здесь тебя точно нет. Вот здесь я смотрел уже. Может, на другой сможешь. Быстренько поменяю, попробую. Что у меня есть из быстрого? Кавасаки, Нагасаки. Что? Кстати, Кавасаки, по идее, будет далеко лететь. Ну хотя скорость. У меня сейчас есть Кёнисик Агера, он быстрее. Он гораздо быстрее. По-моему, самая быстрая тачка в игре. Тогда возьмем Кёнисик и попробую сделать я последний, так сказать, финальный. Ну, не финальный, еще поезжу, конечно, поищу. Но просто очень хочется туда залететь, чтобы посмотреть, вдруг ты там. Угу. Ага, угу. Блин, быстрая падла. Да? Ты уже едешь? А где там этот? Куда залетать-то забыл? Ну, куда-то вот туда. Ага, все. Да, вот прямо. Да-да-да. Прямо не дальше. Только в столбик не врежься, который на взлетке. Ишь, сносить нельзя. Ё-моё! Здрасте, дядя! Чё такое? Там или синяя, или желтая, или это моя машина пролетела, подожди. Подожди, это... А, вон ты стоишь! А тут просто летает у меня призрак, вот красный и желтый летал. А я еще такой думаю, типа, желтая фигня пролетела где-то машина, думаю, что за фигня? Капец! Четко надо мной прям пролетел. Хорош! Жесть. Ну, тут на самом деле мало мест для пряток, поэтому... Да, вроде бы территория большая, но мест не так уж и много. Да, именно которых вот, ну, типа, раз трамплин, значит, туда можно прыгать, правильно? Ну да. Ну что, я думаю, что на этом будем заканчивать. А, было круто, вообще крутая серия получилась. Ребята, если понравилось, не забывайте подписываться на каналы, на соцсети. Все ссылки в описании. Все в описании. И колокольчик не забудьте нажать, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока. Только это надо было, наверное, в начале говорить. Всем пока, народ. Всем пока.